for so long. Jump into the top lane, grabbing Afo here. Another pickoff with the Assassinate coming in to help finish him off. Afo is still living, though, especially with the mech now going off. The Phoenix, they do finish off the Sniper, and the Spiritbreaker ultimate goes off from Unicorn, trying to kill Mantis. He will get the right clicks, but will give away his life in the process. 4-for-1. And Hellraisers. Oh, wait. Are you really going to go for this? Oh, yes, he is. Dunk one. Can't get a second one. The SF damage from that explosion is too much. If it wasn't for that. Can keep auto-attacking this entire fight. And I want to focus the Phoenix here if I can. Charge onto the Phoenix. They get a two-man call. Phoenix. Oh, gets blown up. HR. They actually lose Afo. He gets off the mech in time. Bounce back. Swap. And Afo is going to start getting away. He pops the ultimate. And no assassinate. The urn's not going to be enough. Come back here for Mantis as he's going to try and target Ace. But it's starting up too much. He can't actually get the damage out in time. Very nicely doubled. Afo turns around. Kills the lion. Now trying to get off the ultimate before the assassinate. But not in time. And sure enough, flips. Выходить и драться. Снова. Клон влетает в Ванине, Соник Вейв практически ни в кого, Дред тем временем работает на Эйса и с Мантисом развлекается, минус Мантис сейчас будет, да, через секунду, вот она, Годом, ДТХ Слэм на Вебинайта вместе с Юникорном, но Эйс чоп-чопает Годом, а Райс вылетает Finger of Death Феникса и на этом все, походу, нет, на Дреда влетает Блан. Ну и все. Вот он. Аегис реализован, да. Инициировать с подсмоками, заходить под товара или еще что-то такое. Они сами подождали противника и контринициировали при помощи Блана, который сейчас залетает на Горца. Чоп-чоп от Акса и минус Акс заодно. Это хороший размен. Это очень хороший размен. Потому что у Феникса есть Мидас, у Акса его нет. Блан Годом. Залетает на Годом. До свидания, Годом. Да ладно. Нет! Хороший сайленс от Мантиса, но здесь уже размен Леона пошел. Юникорн тем временем борется против Дреда и Афанинья. Афанинья. Мата стайл. Став, свап, убили. Да, свап и Бэби Найт минус. И это он ну, ДД. Вот, снайпер принципе, никуда не уйдет. Юникорн приканчивает на тэп-ауте Вингу, в смысле, которая была на тэп-ауте. И Мантис сейчас просто уничтожит еще и Блана, который загулял. Тут пытался затормозить уничтожение Бэби. Ну, посмотрим. И Баратрум залетает на СФа. Будет ли все-таки это целью? Дред свапает СФа, спасает его, но сам теряет свою жизнь. Юникорн тем временем получает пару-тройку тычек от СФа и умирает. Ас влетает Феникса. Минус Феникс убегает от Афанинджа. Осталось у него 28 хп. Годом тем временем получает пару-тройку тычек от Бэбинайта. Блан влетает в него с чаржа. Минус Афанинджа. Подкоп. Finger of Death. Райс расправляется своим противником, хотя Бэбинайт получает лак. Атака будет, судя по всему. Да, атака будет, и сейчас, честно говоря, не очень понятно, как Hellraisers хотят ее принимать, потому что Годом уже сейчас не будет. Его просто расстреляют. Дреды точно так же уничтожают при помощи Sonic Wave. Влетает Феникс, дает Фениксан, его тоже уничтожат здесь. И остается только Афанинья вместе с Мантисом, который оба прожимает БКБ, но это не поможет, потому что физ дамаги здесь нереальный объем. И это минус 5. Дамы и господа, это Team Vibe. Фантастика. И Hellraisers проигрывают первую игру команды Hellraisers. И сейчас... Ну, дэмэджа у такого SF-а нет. Найдут, нашли Эйса, сразу же вставали. И бить, фокусить, фокусить. Нет, все. Эйс выживает, прожимает Шиву. Агрит твоих, минус Дред, минус Годом. Ну, солнце хорошее дал Горец, дал станчик. Но, честно говоря, это никоим образом не помогло. Единственное, кто остался в живых, это как раз Горец. Ну, БКБ сыграла свою роль, да. Хотя нет, он не остался в живых, пятая, простите меня. Попытка. Минус... Все-таки... Текущая мета, в которой чем больше кири героев, тем лучше. Вот снайперы. Ну вот шанс, ну вот хексы. Хорошо, но Эйс влетает в Горца, Горец минус. Тем временем поминает, расстреливает Мантиса. Мантис пытается что-то сделать, нам не хватает дамаги просто-напросто. Несите ему. Все, Finger of Death от Райза в Годома, и это минус пониже тоже. ГГВП мне написали Hellraisers, и напоминаю вам, что это Best of 3, поэтому у Hellraisers еще есть шанс отыграться, а у Flipside есть шанс закончить начатое. И пока маленькая музыкальная пауза, конечно же, для вас.